картошка на деревьях растет. А как называется? Называется чика. Да, а это спелые фрукты? Нет, это еще зеленые. Ну, они от спелых, от зеленых по виду ничем не отличаются. Ну, они сладкие такие, я не помню. Сладкие, да. Курму почему-то напоминает. А мы куда пришли вообще? Ну, куда? Рынок, ночной рынок. А, и что, чем он примечателен? Он примечателен тем, что здесь торгуют все подряд. Всем подряд. Но в основном всякие хендмейд и да, редкие штуки. То есть не такой, не ширпотреб, как бы, а больше интересных всяких штук. Ну, сейчас... Ну давай, ты глянем. Все увидишь, да. Ага. А вот как раз магазинчик от музея, в котором работает Дима. И что? И пойдем, пройдем, посмотрим на эти штуки. Ё-моё. Дело в том, что мы уже только что сняли этот кадр, а он не получился. Чего тут такое? Жалко, что ты уже больше не будешь обниматься с этим парнем. Да, блин, уже не буду. Ну ладно, вот эти двери, которые Дима делает. А вот эти штуки делает его инсталляция, его начальник. Димон. Да, вот это я, то начальник, так и есть. Пойдем. Правда. Эй! Я могу. Yes, friends. Thank you. Yes, I'm taste. Use your own qualities. Only your soul to waste. I'm pleased to meet you. Hope you kiss my name. What's buzzing in the nature of my game? Здесь чего только нету. Еда. Они все едят. А что ты здесь больше всего любишь? Я больше всего люблю тишину. То есть ты как бы это не для тебя вся фигня, да? Такое, да. Ну, тут просто столпотворение вавилонское какое-то. Наедание, поедание еды. Да, побухание. Они танцуют, а вообще обычно танцуют. Drag free. Это что у нас, туалет? Да, да, туалет. О, Дима, это же потребители. Это все потребители, да. Чтобы потреблять. Место алтарь потребителей. А, алтарь потребителей. Да, да. Ну тут прикольные девчонки попадаются. Да, попадаются. Интересно бывает. О, смотри, какой ствол дерева. Ага. Шикарный. Шиповый. Вот такой вот. Отлично. Хорошая штука. Very good. Yes, commercial for you. Yes. Плито. Окей. Yeah.
Это наш друг Кунал. Дима, представь Кунала, пожалуйста. Дима! Да-да-да. Это Кунал. Это Дима. Super Tolerant Company, ETC. ETC, Pixelated Reality, Nova, and... One Dimension at a Time. А это магазинчик Кунала. Магазинчик Кунала, да. Как же его представить, я его с другой... Дима, это все сам он делает, да? Да, это все его дизайны, печать, ткань, сам он делает все полностью. И зонты он делает такие. Это его сотрудник. Как вот Куналу приходит в голову вот идея вот этих картинок? Откуда он черпает свое вдохновение? Кунал, how you get the ideas of these designs? What is the source of this whole imagination? The source was just to wear something more unique and, you know, be different. Uh-huh. And then we started off with a very small scale, me and my ex, like my partner. Uh-huh. He made t-shirts for us, uh-huh. Then my friends like give it to us also. Then many people ask, and that's about it. Then it becomes something. Типа все пошло само собой. Сделали одну, пошло вторая, третья, хоп, и супер успех. Вперед. Миллион разных дизайнов. Ну как он выдумывает сами эти картинки, как вам приходят в голову сами? How you imagine this design? The design. Every design different. For example, that design, it's all about psychedelic universe things. That design is monkey sitting in the studio. So for example, when we work in studio, we do something, we imagine what's around us, and we try to put that in one picture, and then we put it on a t-shirt. So every design has a different story with it. Some designs don't even have a story. It is an accident. For example, в общем, случайно все, каждый по-своему. Ага. Вот, смотри. One of the best designs. Самый лучший дизайн. It was an accident. Случайно получилось. Просто оп, чик, и приклеил. Zoom on the tiger eye so much. Zoom сделал, как бы, и and все. And this come. И вот получилось такое. Да. Так, вот это вот и надо было снимать. This is the eye. Сюда перевел. Ага. This is a zoom. Типа вот это часть того дизайна, просто крупный план, и вот получилось. Случайно. So then this design was born. It's called Eye of Tiger. Глаз тигра называется. Eye of Tiger. Супер глаз. Супер глаз. Good. Good. Thank you. And then Kali. Кто это? Дима. Монстр тейп. Это монстр тейп. Монстр тейп. Отлично, теперь я знаю. Tribal people. Ага. Класс. Классно. Hello. Thank you, Alex. Thank you, канал. Thank you. Блин, они тут в таком пересвете странном. А, это этот. Ультрафиолетовый, он не цепляет. Ну, короче, это подставки под пиво, например. Сейчас я их вытащу из-под ультрафиолета. Поближе поставь. Не, нифига. Там просто именно как... А, нет. Нет, ты видишь, ультрафиолет. Ультрафиолет. Вот. Да, найс. Найс. Yes, найс. Ультрафиолет. Yeah, shiny. And this is good too. Прикольно ультрафиолет переливается. Эффект такой. Какой-то на он как... Вот загорается. Ты знаешь что-нибудь здесь? Чего я знаю? Может, мы хватит сказать, что это такое? Понравилось тебе вот это? Сколько дает? И сколько, друг? Подойди, друг. Come back. Come, friend, come. Come. Подойди, friend. Друг. It's metal. What's the silver? Silver? Elephants. Всякие слоники. It's okay after video. A little business. Yes. Your boss? Yeah, it's my. I am making for this. Your own hand? My hand make.
Really? Yes. Oh, everything? Everything. It's my handmade, very hard work. Wow. And this too? Yeah, it's happy. Вот тут прикольные эти перья. Да, интересно. На самом деле там индейец есть. Самое интересное — это индейец. Yeah, and it's just like, you know, even with packing. It's your shop? Yes. Our shop. Handcrafted. And you made it? We don't make it, but we work together with somebody in Delhi. Whoa. Are you making a video? Yes, I make video. Who do we speak to? Just to you. Thank you. Thanks so much. How are you doing? I'm leaving tomorrow. Oh, you're leaving tomorrow? Manage. So you get the new visa application? Yeah. Everything done. Then you go for 2 months. Mr. Bo told me that now the project is, the country project is stopped. I don't know, he's telling too much things, but... Почему-то просто по предпочтениям. Ну, блин, я даже не люблю центровую, но... Ну, надо иногда под человеком. Как бы ты сам себе хозяин. Хочешь так, хочешь так. Ты что-то до хрена разговариваешь, тебе не кажется? Я выебывался, блядь. Что ты заебывался?
Что, еще немножко постоим? Не, я, ну да, хорошо. Много уже людей, наверное, прошло перед камерой. Как? Вот так же? Смотри, так нормально? Так похер, я имел в виду, когда в эти двое стоят. Да это я понял. Они... Не, ну вообще, может, у тебя есть соображения какие-то? Что столкнут меня? Что-то мне добыть нельзя фотографку. Суфи пошел. Суфи. Ну, у него шапка, конечно, да. Блин, едой пахнет так прикольно, да? Mm-hmm. Ты знаешь, чем это конкретно пахнет? Не знаю. Чего ты меня снимаешь? Я не тебя снимаю. Ну, ладно. Не, мы... А-а-а! Это Magna City, почему все мы сели купить? Коллеги, вот этих вот наших бабушек, которые... Санита? Очень весело. Еще? Ага. А может, ты заткнешься там? И что, Дима, это за местечко? Храм всех богов. Вообще всех? Ну да, кто во что верит. Ну, вообще храм Шивы. Шивы, Кришны и там еще, конечно. Прикольно. А если ты христианин? Тоже можешь зайти. Прикольно. Кто не будет против. Там никого нет, в общем-то. Пустое. Вот. Дима уезжает из Гуа во Вьетнам. Так что он зашел в это местечко попрощаться с этим местечком. Че, Дим, думаешь? Думаю, что... Здорово было здесь. О, много всего произошло интересного, яркого. Буду вспоминать это все. Вспоминать и радоваться. Прикольно. А вот этот мужичок сидит здесь уже очень давно. Всегда. Всегда. See you tomorrow. Слушай, я вот эту штуку тебе оставлю. Блин, это... Да ко мне что, он заедет за ней? Ну, маму занеси. Хорошо. Я прошу, может, Бэйм Эйберна, он это, ну, просто важно, это из Амазонии. Смесь. Может, я ее себе заберу? А на дорожку ты будешь присаживаться? А где дорожка? Ну, на этот уже? Да, ну, на стульчик. Или ты так не... Я вот привык так делать. Чтоб сосредоточиться, как перед этим. Ну, как перед этим. Перед трипом. Давай. Ну, рюкзак у тебя, конечно, полный пиздец. Короче, очень большой. Сейчас я выйду с тобой. Давай. Документалиста уже теперь не остановить мне. Окей. Яс. Из
здоров. До встречи на просторах Азии. Короче, Дим, давай, работай. Че, много болтать? Давай. Классное время провели. Да, это ага. Давай, братан. Давай, скоро встретимся. Ага, мокренький. Побомбили. Давай, поехали. Бомбулинат тебе. Бомбулинат, это что? Да ты просто скажешь ему, куда ехать, да и все. Давай, пока. Такое не забудешь точно. Отлично, отличное начало. Пошли. Пошли. Пошли? Майбор. Поможет тебе Майбор, но я не могу. Смотрю через камеру. Какой другой? Вот, который он сама отчёл. Это жирная, а это мизинчиковая. Так, Шива, ты же кидаешь пультовку, не я. Пультовка. Ты ее кидаешь сам, и всё. Теперь проблема. Я видел такое, что люди не поверят. И чё? Пылающие штурмовые корабли на плече Ориона.